Чем может удивить Кипр? Здесь есть мост влюбленных и мост грешников, который обвалится под самым большим грешником планеты. Здесь у такси есть третья дверь, чтобы больше пассажиров помещалось. Здесь бесконечные набережные для приятных прогулок пешком и на велосипеде вдоль моря. Здесь часть острова находится в оккупации, но при этом дарит возможность переместиться в Турцию и пообедать турецкими лакомствами. Здесь есть пляжи с мальдивской водой и песком. Здесь есть пар скульптур под открытым небом. Здесь очень-очень много котиков. Здесь можно почувствовать себя археологом в музее под открытым небом. Здесь можно прокатиться на колесе обозрения. Здесь есть парк кактусов. И много-много других крутых мест. Полное видео в профиле. Подписывайся. Давай смотреть мир вместе.